Вот поэтому и говорят, что мужская и женская измена, они разные, и что женская измена, она страшнее. Я не хочу оправдывать там мужчин относительно их измены, но просто когда изменяет женщина, она изменяет, можно сказать, ну, вот на трех психических центрах. То есть нижний центр, душа и верхний центр, разум. Только когда есть резонанс вот по этим трем уровням к мужчине, женщина отдается такому мужчине. Мужчина же, он предан своей семье, то есть на уровне ума он с семьей, на уровне души он с семьей. И только вот по этому центру он, так как не добирает в семье чего-то, он может там пойти туда, к любовнице. Но когда он уходит к любовнице, и у любовницы он находит вот резонанс по двум другим центрам, тогда он там остается. Если же он там просто по нижнему центру закрывается, тогда такой мужчина не уходит никогда из семьи. Он вот в ней всегда остается. И если жена задумается, ну, об этом и сделает определенные шаги, она вот этого мужчину навсегда может вернуть. Когда же женщина уходит, вот эта женская измена, ну все, мужчина этого не прощает.